разновидность чисел Фибоначчи. Что такое число Фибоначчи? Значит, первое число Фибоначчи это 1, второе тоже 1, потом идут 2, 3, 5, 8, что дальше? 13, ну и так далее, да? 55, 89, 144, 233 и так далее, и так далее, и так далее. Давайте зададим себе такой простой вопрос. Среди чисел Фибоначчи существует ли четные числа? Ну как вы считаете? Давайте просто посмотрим, какие остатки дают числа Фибоначчи в делении на 2. 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0. Все понятно, да? Таким образом, каждое третье число Фибоначчи делится на 2. Записываем. Φn делится на 2 тогда и только тогда, когда n делится на 2. Отлично. Давайте теперь зададим себе такой вопрос. А существуют ли среди чисел Фибоначчи те, которые делятся на 3? Да. Ну, давайте посмотрим, по-моему, на 3. 1, 1, 2, 0, 1, 0, 1, 1. Поняли, да? Значит, какие числа Фибоначчи делятся на 3? Четвертое. Каждое четвертое, совершенно верно. Фенное делится на 3, равносильно тому, что n делится на 4. Хорошо. Какие числа Фибоначчи делятся на 5? Здесь вы не будут выписывать, смотрите, вот это пятое число Фибоначчи, 107, 8, 9, 10. Что получается? Каждое пятое. Честное слово, можно выписать остатки, проверить. И действительно так получится. Получается, что n должно делиться на 5. Хорошо. Так, теперь давайте посмотрим, скажем, бывает ли число Фибоначчи, делящееся на 6? Да. Да. А раньше не бывает? Ну, оно должно делиться на 2 и на 3. А, кстати, да, оно же должно делиться на 2 и на 3. Поэтому каждое 12. Делиться на 2. Это вот так, да? Чтобы делиться. Здорово. Фенное делится на 6 тогда и только тогда, когда n делится на 12. Хорошо? А когда фенное делится на 7? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Видите? Восьмое число Фибоначчи делится, опять я поленюсь сейчас, но формула действительно такая. Формула действительно такая. Оказывается, что n должно делиться на 8. Ну, вообще-то можно было бы дальше проверять. Во всяком случае, пока что у нас вполне ясно, что, во-первых, всегда есть число, которое делится. То есть вот нельзя так, что там число Фибоначчи делится на там, 246, и вообще такого числа нет. На самом деле есть. Обязательно такое число будет. А во-вторых, уж если вот какое-то разделилось, то, соответственно, все номера, которые делятся на номер этого числа, тоже будут делиться, и никакие другие делиться не будут. Вот хорошо бы эту теорему понять и доказать. Для начала давайте зададим себе такой вопрос. Представьте себе, что k какое-то натуральное число. Почему существует такое натуральное число, для которого φn делится на k? Для каждого числа существует число Фибоначчи, которое на это самое число делится. С этой историей связана, на самом деле, целая сказка про Московскую математическую олимпиаду.
наверное, вы знаете, что каждый год, примерно в марте, проводится олимпиада для старших, для 8, 9, 10, 11 классов, Московская олимпиада. Она существует много-много-много лет. Между прочим, в последние годы издан сборник задач, очень его советую. Замечательные совершенно задачки были там. И на одной из первых олимпиад произошла такая история. Один из участников, получив ровно вот эту задачу, правда, там было какое-то конкретное число К, миллион или что-то вроде, или тысяча, неважно, это большое конкретное число К, до которого досчитать было лишь невозможно. Один из участников все отведенные на олимпиаду часы просидел, прорешал эту задачу. И в результате не только доказал, что существует такое число, но и построил такую вот, знаете, настолько мог теорию того, когда какое число. Ну, то есть вот сумел довольно серьезно разобраться в этой таблице. И дальше у жюри олимпиады возник спор. Вот, человек решил самую трудную задачу олимпиады, а остальные задачи вообще не решал. Сколько ему скажут. По правилам ему надо поставить одну решенную задачу. Ну, я не помню, сколько там было задач, наверное, 5 или 6. Вот. И получается тогда, что вот он решил одну задачу, большинство участников олимпиады решили там кто одну, кто две, кто три, кто четыре легкие. И, соответственно, ему надо давать, ну, скорее всего, вообще ничего. Да? Вот. Жюри посовещалось и решило дать ему первую премию. Потому что он решал самую трудную задачу, а всякую ерунду не решал. Понятно, что в наши времена это абсолютно невозможно, потому что в наши времена в олимпиадах участвует огромное количество людей, есть, что называется, правила, и вот любая попытка, так сказать, так вот трактовать правила со стороны жюри будет воспринята как там, жуткое нарушение и так далее. Но очень, на самом деле, важно, ребят, помнить, что, с чего фактически Московская олимпиада начиналась. Она начиналась с того, что жюри готово было давать первую премию за одну решенную задачу. Просто за то, что человек уж очень хорошо ее решал. Даже если он не до конца ее дорешал. Да? Вот. Кстати, тогда еще было такое замечательное правило, которое уверен, что большинство из присутствующих просто приведет в ужас. Если человек получил уже премию на олимпиаде, то он не имеет права участвовать в дальнейших олимпиадах. Для тех нынешних школьников, которые привыкли, что за год у них проводится, я не знаю, там, штук 30 олимпиад, и там каждое воскресенье надо участвовать в олимпиаде, это звучит совершенно тихо. Потому что, ну как, надо же выигрывать в олимпиаде, в следующей олимпиаде, в следующей. А если хоть раз проиграл, то значит ты, что называется, выбыл из обоймы и так далее. Так нет же, олимпиады были придуманы для того, чтобы порадовать. А если, что называется, один раз порадовали тебя, ну сколько же можно тебя радовать? Все, дальше уже ты иди, что называется, работай, книжки читайся там, да, статьи, ну, вообще делом занимайся. Сколько же можно радоваться? Вот, повторяю, олимпиады начинались как мероприятие по выявлению одаренных людей, после чего считалось, что эти самые одаренные люди должны просто нормально учиться. Вот. И вот эта вот идея, что человек должен за свою жизнь выиграть там сколько-то десятков олимпиад, она на самом деле совсем из недавнего прошлого. Скажем так, когда я был школьником, олимпиад было во много раз меньше, чем сейчас. И к этому относились гораздо спокойнее. Вот. Ну ладно, это из серии, что вода тогда была мокрее, там, деревья зеленее. Это ладно. В общем, кому интересно, почитайте задачи московских олимпиад. Они действительно очень хорошие во все годы. А я сейчас все-таки расскажу решение вот этой задачи. Или кто не знает? Складывать остатки замечательно. Но, понимаете, складывать остатки и ждать, когда появится ноль, хорошо при конкретном К. И при не очень большом. Потому что как только К у вас будет миллион, то вы обнаружите, что провести миллион операций тяжело. А к тому же, может быть, у вас и даже там чуть больше потребуется. Да, что? Возможно, вот, судя по тому, что фи, если фи, фи n делится на 3, то n делится на 4, и если фи n делится на 2, то n делится на 4, и если фи n делится на 6, то n делится на 12, да. То
я могу предположить, что это как-то связано с что 3 и... Вы хотите сказать, 4, что вы можете число n вычистить по числу k? Да. На самом деле можете. Именно про это вот тот самый школьник на Московской Олимпиаде есть понятие постановленности. Да, это можно, но это тяжело. И даже если число k простое, то даже в таком случае это, господа, будет не так просто. Потому что, вот смотрите, простое число 7. И здесь получается, что надо делиться на 8. Да? А давайте возьмем простое число 13. Есть такое простое число? Отлично. Какое по номеру число Фибоначчи делится? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, седьмой, семь. Это что такое? Это что за фиенное делится на 13? На предыдущее одностое число. Тогда и только тогда, когда n делится на 7. Это правда, но как связано число 7 с числом 13? Совершенно непонятно. Нет, все не так просто. Все не так просто. Так вот, давайте сейчас сделаем следующую штуку. Забудем про желание, хотя вполне понятное, замечательное желание, забудем про желание, что называется, явным образом вычислить n по величине k. И поставим перед собой вопрос о существовании. Попытаемся доказать, что существует такое число n, что фиенное делится на k.